Российские власти выполнили все требования Всемирного антидопингового агентства по предоставлению доступа к базе данных Московской лаборатории. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков. Комитет ВАДА по соответствию теперь должен дать свою оценку выполнению российской стороной условий восстановления РУСАДА. Эту оценку должен учесть исполком организации, который вынесет окончательное решение 22 января. Последний визит экспертов ВАДА прошел в плотном графике. Была проведена объемная работа во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая Следственный комитет России. Все участники процесса были нацелены на успешный результат. Минспорт России со своей стороны оказал максимальное содействие в решении всех вопросов, связанных с копированием данных. Сейчас могу уверенно сказать, мы выполнили все требования ВАДА согласно нашим договоренностям и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом России. Убежден, что полученные данные позволят достичь истины в интересах чистого спорта.